Едет, значит, мужик по автомобильному мосту и видит, на парапете стоит женщина, прыгать собралась. Он тормознул и говорит: мадам, я вас умоляю, не делайте этого. Она ему жалуется: у меня такая депрессия, уйдите от меня, я не хочу жить. Он говорит: мадам, я моряк, я проведу вас на корабль, мы поплывем, вы увидите Париж, Рим, Лондон, вновь обретете покой, счастье, в общем, все будет хорошо. Она согласилась, он привел ее, значит, на корабль, все, и две недели он, значит, в трюме ее спрятал там, и две недели, значит, кормит, ну, и имеет, соответственно, тоже, значит. Ну, и при обходе капитан обнаруживает эту бабу. Она взмолилась, говорит: не увольняйте морячка, он такой хороший, у меня была депрессия, я не хотела жить, но он вернул меня к жизни, он поселил меня здесь на корабле, взял с собой в плавание, он покажет мне Рим, Лондон, Париж, там, ну, в общем, я опять обрету счастье. Капитан ей говорит: мадам, какой Лондон, какой Париж, какой Рим, блядь, это же паром!